Russia, it's Katy Perry, and I just wanted to let you know that Spotify is now available for you guys. Многие ждали этого момента не один год, и вот наконец Spotify доступен на территории России. Музыкальных платформ в нашей стране предостаточно, но не все они дотягивают до уровня Spotify. В первую очередь Spotify — это приложение для того, чтобы слушать музыку. Вот. Это сервис специальный. Вот. Просто у него есть много очень полезных функций, которые вот, бывают нужны, когда мы хотим, слушая нам музыку, что-то сделать. Тематические подборки. Ну, вот, например, там есть одна из функций, это, по-моему, как это называется, типа машина времени назад. То есть, вот, допустим, взрослый человек, которому лет там 40, хочет послушать то, что он слушал в молодости. Тогда он может, в принципе, Spotify задать, чтобы там, послушать то, что было 20 лет назад. И Spotify генерирует музыку, которая была популярна тогда, в то время. Вот, например, такой сервис. Другой вариант, что на основе личных предпочтений, например, каждую неделю Spotify присылает список из 30 примерно песен, которые принадлежат исполнителям, которые, ну, песни которых понравились, и человек отмечает, какие песни ему понравились. Это приложение запоминает, и также в эту подборку иногда включаются 2-3 песни, которые отметили другие как рекомендацию. Кстати, поиск приложений организован не только по жанрам, но и по настроениям. Это позволяет куда быстрее найти нужный трек. В Spotify, так же, как и в остальных сервисах, можно создать радиостанции, альбомы, плейлисты и подписаться на исполнителя. Но и в этом есть своя фишка. На странице исполнителя размещена не только информация о группе, но и ссылки на официальные ресурсы и соцсети. Я не то что могу сейчас вам продать Spotify как таковой, просто в нем, ну, реально очень удобно. То есть если Apple Music все-таки это часть платформы общая, да, то Spotify писался чисто вот любителями, любителями прослушивания музыки, для того чтобы это было удобно именно всем. То есть там очень много сценариев использования, которые возникают, когда мы что-то хотим. Но, конечно, вот самое популярное, за что оценивают, это очень точно рекомендательная система. Вот оценивают, что она, ну, гораздо выше, дают какие-то рекомендации по разным музыкальным характеристикам, да, не только по исполнителям, по жанрам, но еще и по структуре музыки. Вот говорят, что алгоритмы Spotify, они наиболее точны. Лилия Талипова, Фарид Захитоглы, Универньюз.